Яркое событие в культурной жизни республики. В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась презентация книги «Мастера искусств Карачаево-Черкесии». За подготовку проекта этого издания автор Тамара Хабчаева удостоена гранта президента Российской Федерации. Подробности у Али Баташева. Книга объемом свыше 600 страниц содержит биографические сведения о мастерах искусства Карачаево-Черкесии. Состоит из четырех разделов – изобразительное искусство, музыка, танцы и театр. Именной указатель позволяет читателю быстро найти необходимую информацию. В этой книге 181 биография. Кроме краткой биографии есть творческий путь и библиография. То есть любой желающий может обратиться к библиографии и посмотреть в источниках, где что есть. Презентация книги отличалась особой торжественностью, собрав в одном зале художников, поэтов, писателей, артистов и всех неравнодушных к искусству и культуре. Каждый участник, присутствующий в этом зале, тот герой, который указан в этой книге, он заслуживает отдельного произведения и отдельной книги. Но сама книга «Мастера искусств Карачаево-Черкесии» является тем памятником, который мы сегодня держим в своих руках. Танцевальный коллектив «Карча» под руководством народной артистки республики Тамары Уртеновой порадовал зрителей, исполнив попурри из песен на пяти языках народов республики. Работа над книгой продолжалась в течение 3 лет. Сотрудники библиотеки кропотливо собирали разрозненные сведения о каждом представителе искусства Карачаево-Черкесии. Сотрудники отдела литературы по искусству работали, добывая с трудом каждую фотографию, каждую информацию. К некоторым героям, могу сказать сегодня уже открыто, некоторые раз наши работники ходили по 6 раз, чтобы добиться выбить у этого человека нашего заслуженного, хотя бы фотографию, хотя бы биографию. Получение гранта президента страны – это большая победа, признание труда и профессионализма работников библиотеки. Это издание возвращает нас к духовным истокам, способствует сохранению национальной самобытности, укрепляет мир и согласие в обществе, говорили на презентации. Мастера искусств, присутствующие в зале и на страницах издания, благодарили работников библиотеки за вышедшую книгу. Я считаю, что это вообще бесподобное издание. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто трудился над этим сборником. В ходе мероприятия в торжественной обстановке Рашиду Хатуеву и Исему Амчуеву были вручены удостоверения члена Союза писателей России. Одним из самых запоминающихся музыкальных подарков стало выступление ансамбля «Кавказ» под руководством народного артиста Карачаева-Черкесии и заслуженного работника культуры Российской Федерации Эдуарда Хугаева. Али Баташев, Ренат Муков, «Вести Карачаево-Черкесия».